Davlatimiz rahbarining Xitoy Xalq Respublikasiga qilgan amaliy tashrifining ikkinchi kuni ham muloqotlar va kelishuvlarga boy bo'ldi. Bir makon, bir yo'l Xitoyning xalqaro tashabbusi u Osiyo, Yevropa va Afrikadagi 60dan ortiq davlatlarni quruqlik va dengiz yo'llarini rivojlantirish yangi logistika va transport yo'laklarini tashkil etish orqali davlatlarning iqtisodiyotini yanada rivojlantirishni maqsad qilgan. E'tiborli jihati mazkur davlatlar jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb yarmidan ko'prog'ini global energiya zaxiralarining esa 4dan 3 qismini o'zida jamlagan. Ana shunday yirik xalqaro va mintaqaviy o'zaro bog'liqlik masalalari bugungi forumning asosiy diqqat markazida bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 oktyabr kuni Pekin shahrida Bir makon bir yo'l xalqaro forumining ochilish marosimida hamda inson va tabiat uyg'unligi yo'lida Yashil ipak yo'lini birgalikda barpo etish mavzusidagi yalpi yig'ilishda ishtirok etdi. Xitoy vitse-prezidenti Han Chjen moderatorligida o'tgan sammit ishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish, davlat va hukumatlar yetakchilari, moliyaviy institutlar rahbarlari ham qatnashdi. Sammitda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Shamiyat 请乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫阁下致辞。 Уважаемый господин Гутерреш, уважаемый господин Хан Чжен, уважаемые главы делегации, дамы и господа, прежде всего выражаю искреннюю признательность председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за приглашение принять участие в третьем международном форуме «Один пояс, один путь» и оказываемый радушный прием. Присоединяюсь к поздравлениям в адрес наших китайских друзей и всех участников мероприятия в связи с десятилетием инициативы «Пояса и пути». За короткий исторический период грандиозная идея возрождения Великого Шелкового Пути обрела множество сторонников и стала новой моделью международного сотрудничества. Она превратилась в востребованную, инклюзивную и открытую платформу взаимодействия в целях достижения всеобщего прогресса и процветания. Роль и значение данной программы многократно возрастает в нынешних условиях геополитической нестабильности, вызванной кризисом доверия между ведущими мировыми державами. Хочу особо подчеркнуть, что Узбекистан, как всесторонний стратегический партнер Китая, в числе первых поддержал инициативу «Пояса и пути». Мы твердо привержены дальнейшему продвижению ее основных целей и задач. Уважаемые участники форума, считаем, что китайская инициатива «Зеленый шелковый путь» по сути формирует повестку общего зеленого будущего. Глубоко символично, что впервые эта идея была озвучена председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином в 2016 году именно в нашей стране, в Узбекистане. Подчеркну, что Узбекистан и вся Центральная Азия являются одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата регионов в мире. В настоящее время страны нашего региона в полной мере ощущают серьезные вызовы глобального потепления и нарушения экологического баланса в виде аномальных погодных условий, участившихся засух и пыльных бурь, стремительной деградации и опустынивания земель, утраты биоразнообразия. Приведу лишь один пример. Многолетние наблюдения показывают, что сегодня средний рост температуры воздуха в Центральной Азии в 2 раза превышает мировые показатели. Мы реализуем масштабную программу по созданию в Приорале зоны экологических инноваций и технологий в рамках принятой специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организация Объединенных Наций.
Узбекистан также высоко оценивает и надеется на скорейшую практическую реализацию итогов саммита амбициозных задач в связи с изменением климата, прошедшего по инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в сентябре этого года. В 2024 году мы намерены провести Самаркандский международный климатический форум для обмена мнениями и объединения усилий достижение целей зеленого развития Центральной Азии. Рассчитываем, что этот форум станет практическим шагом в создании Самаркандского диалога во имя будущего для поиска ответов на глобальные угрозы устойчивого развития. Уважаемые участники саммита, Узбекистан заинтересован в развитии широкого международного сотрудничества в рамках зеленого шелкового пути. В этой связи хотел бы поделиться нашим видением дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства с Китаем и другими участниками пояса и пути. Во-первых, в целях более тесной координации совместных усилий мы выступаем за сопряжение концептуальных инициатив зеленой повестки Центральной Азии и зеленого шелкового пути. Предлагаем разработать полномасштабную программу зеленого развития для практической реализации ключевых задач зеленой трансформации и цифровизации отраслей экономики, создание устойчивой инфраструктуры в транспортной и энергетических отраслях, запуск зеленых промышленных мощностей, сокращение бедности и развитие умного сельского хозяйства. Во-вторых, считаем важным расширить практическое сотрудничество в области развития зеленых производственных цепочек и инноваций. Готовы вместе с ведущими китайскими компаниями и с привлечением других зарубежных партнеров создать в регионе Приорали специальный технологический парк для реализации индустриальных и социально значимых программ на основе широкого внедрения зеленых технологий. В-третьих, поддерживаем инициативу Китая о принципах зеленых инвестиций пояса и пути и намерены принять участие в ее продвижении. Предлагаем учредить в Узбекистане фонд зеленого финансирования, который станет действенным инструментом мобилизации финансовых ресурсов для развития низкоуглеродной экономики и чистых технологий, а также внедрение высоких экологических стандартов в странах региона. В-четвертых, призываем страны-участницы пояса и пути к снижению ограничений и барьеров во взаимной торговле зелеными товарами, особенно сельхозпродукцией. В-пятых, считаем важным активизировать диалог по переходу к зеленой энергетике и проводить регулярные встречи министров стран инициативы пояса и пути. Убеждены, что это позволит разработать скоординированные подходы к расширению международной повестки в области возобновляемой энергетики. В-шестых, мы предлагаем запустить научно-информационную платформу по трансферу зеленых знаний и решений на базе Международного инновационного центра Приорали. В-седьмых, выступаем за разработку совместной программы подготовки специалистов и развития академических обменов в сфере зеленого развития и экологии на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата. Нашими партнерами по этой работе могли бы стать ведущие вузы и образовательные центры Китая и других стран-участниц пояса и пути. И, наконец, считаем, что переход на рельсы зеленого развития невозможно без утверждения в обществе традиционных ценностей, бережного отношения к природным ресурсам, к окружающей среде. В этой связи предлагаем запустить глобальную программу развития зеленой культуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и предусмотреть в ней проведение этноэкологических фестивалей, форумов, презентаций и других мероприятий с участием известных в наших странах общественных деятелей, представителей науки, бизнеса
и культуры. Уважаемые главы делегации, дамы и господа, как гласит мудрая китайская пословица, счастье следующего века строится в этот век. Сегодня, консолидируя и наращивая наши усилия, мы закладываем прочный фундамент зеленого будущего человечества. Уверен, что итоги нашей встречи, а также прозвучавшие сегодня идеи и предложения станут общим реальным вкладом в достижение этой благородной цели. Желаю всем успехов. Благодарю за внимание. Xitoyga tashrif tadbirlari doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq siyosiy maslahat kengashi butun Xitoy qo'mitasi raisi Ван Хунин bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda Xitoy tomoni davlatimiz rahbari makon va yo'l 3-chi xalqaro forumida ilgari surgan muhim tashabbuslarni yuksak baholadi va buning uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Xitoy do'stlik va har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish va mustahkamlash istiqbollari muhokama qilindi. Konstruktiv siyosiy muloqotning bugungi darajasi va xalqaro tashkilotlar doirasidagi o'zaro ko'mak alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. Samarqand va Tyan shaharlarida o'tgan sammitlar davomida erishilgan kelishuvlar izchil amalga oshirilmoqda. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik ijobiy sur'at bilan rivojlanib bormoqda. Hududlar o'rtasidagi aloqalar faollashdi. Oxirgi oylarda O'zbekistonga Xinjiang Uyg'ur avtonom hududi, Shandun, Shensi, Tizansu va Tizansi muzofotlari delegatsiyalari tashrif buyurdi. Madaniy-gumanitar aloqalar va ta'limdagi almashinuvni faollashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif davomida Pekin shahrida China CMC Engineering kompaniyasi raisi Ван Буоны qabul qildi. CMC Xitoyning injiniring xizmatlarini ko'rsatuvchi hamda sanoat va infratuzilma sohalarida yirik investitsiya loyihalarini amalga oshiruvchi yetakchi korporatsiyadir. Kompaniya yurtimizda katta ish tajribasiga ega. Bugungi kunda CMC 2025-yilda O'zbekistonda o'tkaziladigan yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik dasturida Olimpiya shaharchasi qurilishda ishtirok etmoqda. Uchrashuvda qo'shma loyihalarni ko'paytirishning amaliy jihatlari, jumladan mamlakatimiz hududlarida gidrotexnik inshootlar va yangi Toshkentda zamonaviy infratuzilmani barpo etish, ilg'or agrotexnologiyalarni joriy qilish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari qo'shma loyihalar va erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha alohida yo'l xaritasini qabul qilishga topshiriq berdi. Davlatimiz rahbari Xitoyga tashrifining 2-chi kunidagi tadbirlar doirasida shuningdek China Energy Engineering Corporation raisi Sun Haiyan bilan uchrashuv o'tkazdi. Zamonaviy energetika infratuzilma va sanoat obyektlarini loyihalashtirish va qurish borasida katta tajribaga ega Xitoyning China Energy yetakchi korporatsiyasi dunyoning ko'plab mamlakatlarida yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirmoqda. Kompaniya aktivlarining qiymati 150 milliard dollardan ortiq. Uchrashuvda kompaniya O'zbekiston energetikasini texnologik modernizatsiya qilishda faol ishtirok etayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. China Energy Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida quyosh va shamol elektr stantsiyalari, Sirdaryo viloyatida issiqlik elektr stansiyasini qurish loyihalarini amalga oshirmoqda. Kompaniya Navoiy viloyatida gibrid elektr stansiyasini barpo etishda ishtirok etish niyatida. Bundan tashqari joriy yil sentyabr oyida Samarqand viloyatida sement ishlab chiqarish bo'yicha zamonaviy quvvatlarni aynan korporatsiya ishtirokida birgalikda ishga tushirishdi. China Energy bilan sheriklik istiqbollari shu jumladan infratuzilma obyektlarini modernizatsiya qilish, energiya saqlash tizimlarini tashkil etish, energetika tarmog'ini 2030-yilgacha rivojlantirish dasturi doirasida malakali mutaxassislarni tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Suv xo'jaligida kooperatsiya qilish, sanoatning turli tarmoqlarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv yakunida o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish bo'yicha kompleks dasturni tayyorlash yuzasidan kelishuvga erishildi. Pekin shahriga amaliy tashrif doirasida prezidentimiz o'ziga ajratilgan qarorgohda State Growth kompaniyasi raisi Sin Baoanni ham qabul qildi. Xitoyning elektr tarmoqlari korporatsiyasi ushbu sohadagi global yetakchi bo'lib Fortune Global 500 reytingida yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Kompaniya elektr uzatish tarmoqlarini barpo etish va ularni eksploatatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihalarni amalga oshirish borasida, shu jumladan xorijiy mamlakatlarda katta tajribaga ega. Aktivlari qiymati 800 milliard dollar
atrofida. Ushbu kompaniya ishtirokida istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, jumladan yuqori voltli elektr uzatish liniyalarini qurish va infrastruktura obyektlarini modernizatsiya qilish, bunda ilg'or injiniring yechimlari va yuksak texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatimiz energetika tarmog'i uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi. Qo'shma loyihalarni jadallashtirishga qaratilgan yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi. Президентimiz Shavkat Mirziyoyevning energetika sohasidagi bunday yirik tuzilma va kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashuvlardan asosiy maqsad albatta mamlakatimizda energetika barqarorligini yanada ta'minlash, qo'shma yirik loyiha va dasturlarni amalga oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, shu orqali xalqimiz farovonligini oshirish, og'irini yengil qilishdan iborat. Bo'lib o'tgan muloqotlarda ham aynan shu maqsadlarni amalga oshishiga xizmat qiladigan hamkorlik masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuning bilan davlatimiz rahbarining Xitoyga amaliy tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. Shoudu xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonlarni Xitoy Xalq Respublikasi favqulodda vaziyatlar vaziri Van Sianxi va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'ydi.